Ребята, всем привет! Вы на канале «Страна Игрляндия». И сегодня мы с вами поиграем в новую игру с новым питомцем по имени Дуду. Это милый песик, за которым мы будем ухаживать. А именно, нам нужно с вами его кормить, следить, чтобы он был чистым и здоровым. Вовремя его улаживать спать, когда он устал. И самое главное, конечно же, с ним играть и веселиться. Давайте же скорее с ним поближе познакомимся и осмотрим его жилище. Кстати, ребята, у нашего Дуду, оказывается, тоже есть питомец. Это желтенькая птичка. Ребята, а давайте мы ей дадим имя. Как обычно, пишите свои предложения в комментариях. И чье имя окажется самым оригинальным и мне понравится больше всего, или же наберет большее количество голосов, так мы эту замечательную птичку и назовем. Ух ты! А у нашего Дуду, оказывается, есть камин, в котором можно разжигать огонь. И еще есть смартфон, по которому он только что поговорил и захотел в школу. Да, ребята, наш Дуду ходит в школу. А это его класс, в котором он учится. И по всей видимости, на этой доске он решает какие-то задачи. Но с этим нам с вами еще предстоит разобраться. Как эти задачи решать? И вообще, что с ними делать? Ребята, а может кто-то из вас уже играет в эту игру и в курсе дела, что здесь нужно делать? А вот Дуду только над нами лишь посмеялся. А знаете, мне что-то эти задачки не нравятся, ведь каникулы же. И к тому же, нашему Дуду кто-то позвонил. И это кто-то, с кем наш Дуду не очень-то любезен. Ну ладно, Дуду, не будем здесь задерживаться и пойдем дальше. Эй, ты не туда пошел. О, ребята, а давайте ознакомимся с ежедневным заданием, которое предстоит выполнить нашему Дуду. Итак, сегодня ему нужно смыть за собой в туалете. Эх, ну разве это задание? Одна лишь легкотня. А вот, ребята, мы очутились на кухне у Дуду. И первым делом проверим, что есть в холодильнике. И накормим нашего песика. Итак, он слопал тосты. Сейчас еще выпьет молочный коктейль с печеньем. А на закуску у него будет кири. Ой, кажется, у Дуду была отрыжка. Главное, чтобы у него не разболелся животик. А то как-то лечить его в первый день не очень-то хочется. А лучше давайте сейчас проверим. Вау! Мы нашли в шкафчике у Дуду порцию суши. Как оказывается, полезно иногда проверять ящики. Да и не только ящики. Так, ну вроде бы мы здесь все осмотрели. Теперь можно переходить в спальную комнату. Хотя нет, мы еще не проверили, что может быть за этими цветочными горшочками. А там ничего полезного для нас не оказалось. А вот и спальня нашего песика. Посмотрите, у него есть окошко с жалюзями. Вау! За то, что мы закрыли окно, мы получили коктейль. А еще, посмотрите, у Дуду есть стол и компьютер, за которым он может работать. А также у него есть игрушка котика Бубу. Я думаю, с ним вы все знакомы. О, наш Дуду рассмеялся. Наверное, что-то интересное и смешное там увидел. Ну все, Дуду, хватит сидеть за компьютером. Пойдем лучше прогуляемся. Вот это да, ничего себе. У нашего Дуду есть мотоцикл, на котором он очень любит кататься. Кстати, ребята, у Дуду есть еще кнопочка, с помощью которой можно прыгать. Ну что ж, пока наш Дуду будет кататься и собирать золотые звездочки, для вас, ребята, прозвучат долгожданные приветики. И как у нас принято, первые приветики звучат именинно.
участникам, а сегодня это Ника Дяченко. Также приветик ее сестричке Лерочке. Еще именинница у нас Злата Волк. И привет ее маме Ире. Также свой день рождения отмечают Милена, Диана Чернецкая и Софья Кэт. Всем именинникам мы желаем отличного настроения, хороших подарков и исполнения самых заветных желаний. Но это еще не все. Также от канала «Страна и Гирляндия» звучит приветики Денченко Егору, Даше Абросимовой, Анечке Дорошенко и ее подруге Юле Павлюк. Огромный приветик Анне Ежовой, Саше Про, Богдану Глущак, Маше Островой. Ух ты, как Дуду наш прыгает. Ну ладно, не будем отвлекаться от приветиков. И следующий приветик Веронике Юмагужиной. Также приветик Никите Цибикову, Грише Данцеву и его маме Ольге Мурцевой. Отдельный приветик нашей новой подписчице Жене. Также приветик Лене Маргоскиной, Даше Кэт, Милене Ивановой, Карине Скрипник, Свете Клименко и ее подруге Вике Шапира. Еще приветик Даше Блажевич, Алене Кэт, Ольге Адамович, Вике Никифоровой, Карине Картер, Машуле Феоктистовой, Анжелочке Квитко и Милане Жабаровой. Но на сегодня это еще не все приветики. Остальные прозвучат чуть-чуть попозже. Дуду, будь поосторожней! Как же здорово у Дуду получается вытворять такие трюки! Да он просто настоящий прирожденный каскадер! Ой, только этот раз его подвел. Но зато он заработал 26 золотых монеток. И успешно вернулся домой. О, а нашему питомцу пришла почта, в котором было письмо о том, что он выиграл в лотерею. Конечно же, мы хотим получить выигрыш. О чем тут еще спрашивать? Итак, наш Дуду сегодня выиграл 31 золотую монетку. Вы только посмотрите на его улыбку. Кстати, ребята, а вы когда-нибудь играли в лотерею? И может кому-то из вас посчастливилось и выиграли приз? В общем, пишите и делитесь об этом в комментариях. Ну а наш Дуду пришел к соседу-пасечнику. Вот сейчас наш песик отведает медка. Ой, его ужалила пчела. А на этот раз он баночку меда съел. Ой, и снова жуткая пчела. Ребята, а вы любите мед? Ой, и снова злая пчелка. На этот раз, к сожалению, наш питомец ничего не смог заработать. Но самое главное, что наш питомец остался жив, цел и невредим. И эти злые пчелки его не закусали до смерти. А в этих домиках живут соседи нашего песика. Давайте зайдем к ним в гости. А это друг Дуду, который, по всей видимости, очень рад встрече. Ну что ж, мы по-быстренькому у него похозяйничаем. Вдруг мы отыщем что-нибудь нужное для нашего питомца. Например, какую-нибудь вкусняшку. Ведь пока у нашего питомца очень мало монеток, да и многие продукты пока еще для него недоступны. А ведь так хочется порадовать нашего питомца какой-нибудь вкусняшкой. Кстати, ребята, как вам эта игра? Понравилась или нет? Надеюсь, что да. И если это так, не забудьте поставить лайк. А также пишите в комментариях, кто хочет, чтобы было продолжение этой мини-игры. Ну а мы наконец-то отыскали, где же были спрятаны продукты. Ну все, вкусняшки мы нашли, теперь можно и возвращаться домой. Пока, дружище, были тебя рады видеть, если что, заходи и ты к нам в гости. Ну что, Дуду, будем возвращаться домой? Вот это да, ребята, вы видели, он себя сфоткал. Да уж, наш Дуду любитель селфи и любитель покушать. Итак, наш Дуду решил перекусить коктейльчиком. И вау, ребята, он перешел на второй уровень и получил 50 монеток и один кристаллик. А также разблокировал брюки и еще какие-то мини-игры. Но сначала давайте оденем нашего питомца. Можно одеть ему спортивные шорты оранжевого цвета или, например, желтого. А также для него открыты еще красные. А вот остальные пока еще для нас недоступны. Ну да ладно, это все еще впереди. А мы тем временем купили Дуду спортивные
шорты за 30 монеток. Ух ты, да, мы еще можем купить ему красную галстук-бабочку. А в отделе головных уборов мы можем купить ему летнюю кепку. Вот такой вот несложный и недорогой костюмчик получается у нашего Дуду. О, да тут есть еще отдел украшений. Ух ты, мы можем купить ожерелье с сердечком. Но так как Дуду мальчик, а невесты пока у него нет, ожерелье мы покупать не будем, ведь оно ему пока ни к чему. Ведь мальчики не носят такие украшения, это было бы как-то не по-мужски. Ребята, а давайте еще заглянем в продуктовый отдел и заодно что-нибудь купим. Для нас пока открыт молочный коктейль с печеньем, также еще тосты, но они у нас есть. Огромная миска с салатом, который мы обязательно купим. Ну и, пожалуй, на этом все. Ну а теперь давайте возвращаться домой и покормим нашего питомца, у которого отличный аппетит. И это понятно, ведь он растет и ему нужны силы. И все хорошо знают, чтобы вырасти, нужно хорошо кушать. Ну а теперь давайте посмотрим, какие мини-игры есть в этой игре. И в первую игру, в которую мы поиграем, будет Климбер. Это игра, в которой нашему питомцу предстоит перепрыгивать с льдинки на льдинку. И это нужно делать так, чтобы не свалиться в пропасть. И к тому же еще нужно успеть по времени. И если наш питомец не успеет подобрать часики, у него просто-напросто закончится время. И игра будет окончена. Ну а пока наш Дуду отлично справляется. И значит, я могу передать остальные приветики. О нет, что ж ты так быстро, Дуду? Ой-ой-ой, к тому же наш Дуду поранился. Что же делать? Нужно его срочно лечить. Все, отправляемся в больницу. Так, а почему тут никого нет и нас никто не встречает? Ну где же все врачи? Ведь нашему Дуду так больно. Эй, ну хоть кто-нибудь, помогите! Нашему Дуду нужна помощь! А вот и подсказка, нам нужно выпить зелье, которое стоит 100 монеток. Но у нас, к сожалению, всего лишь 99. И что же нам делать, как же нам помочь Дуду? Мне его так жалко, а вам, ребята? А может, рана сама заживет через время? Просто нужно лечь, поспать, и все пройдет. Хотя нет, ребята, видимо, наш Дуду сильно ударился. У него так сильно болит, что он не может ни спать, ни есть. Нужно срочно что-нибудь придумать и как-то помочь нашему питомцу. Ага, я знаю, я, кажется, придумала, что делать. У нас же осталось невыполненное ежедневное задание. Мы смыли туалет и получили 25 золотых монеток. И теперь нам хватает денежек на зелье, которое мы срочным образом покупаем. Открываем аптечку и смотрим, что у нас там есть. Я думаю, это голубенькое зелье с сердечком, это то, что нам необходимо. Ну же, Дуду, тебе его необходимо выпить. И опля, ребята, наш Дуду здоров и перешел на третий уровень. И ему награда 50 золотых монеток и один кристаллик. А также теперь для него открыты новые кофты и новые мини-игры. Но это мы с вами увидим в следующей серии. Ну а сейчас мы нашего питомца искупаем. Так, возьмем еще желтенького геля для душа и снова включим тепленькую водичку. Ну а вы, ребята, если хотите поскорее увидеть продолжение этой замечательной игры, пишите комментарии и ставьте лайки. И чем больше будет лайков, тем быстрее будет продолжение этой игры. Ну а если она вам очень сильно понравилась, то ссылку на эту игру вы найдете в описании под видео. Ну а наш Дуду решил еще помыть лапки. Посмотрите, какие они у него грязные. И пока он будет наводить гигиену, для вас, ребята, прозвучат приветики. Итак, от канала «Страна Игерляндия» звучит приветик Ангелине Шпонтак, Крещенику Богдану, Даша Ставриенко и ее подруге Злате Колобаевой. Мурмяшный приветик Аленочке Аничевой и Анжеле Неоновой. Пушистый приветик Юлечке Кокориной и Виктории Пантюхиной. Еще приветик Ксюше Трубниковой, Маше Сойко, Соне и Кире Никулиным. Большой приветик Карине, Алине Волошиной, Эрику Максимову, его бабушке и маме.
Ой, как же нравится нашему питомцу расчесываться. Ах, ну это еще не все, Дуду. Нужно почистить зубки. Для того, чтобы оставалась такая белоснежная улыбка всегда, нужно заботиться о здоровье зубок. Ну вот, теперь все гигиенические процедуры вечерние закончены, и можно отправляться в спальню. Ой, кто-то еще нам звонит. Похоже, что это, наверное, какой-то друг, который приглашает нашего Дуду в путешествие. Но все путешествия и приключения будут в следующей серии. А теперь нашему Дуду пора отдыхать. Чем Дуду сейчас и занимается? Он спит и видит сладкие сны. Ну а с вами был канал «Страна Игрляндия». Всем пока и до новых встреч!